Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Про літак я все ж таки знову нагадаю, шановні. Так, ми фіналізуємо так поступово наш збір на легкомоторну машину для ескадрилі протиповітряної оборони України. Реквізити в описі до цього відео. Долучайтеся, шановні. В Грузії відбуваються парламентські вибори сьогодні. Виборчі дільниці відкрили на всій території країни, окрім окупованих Абхазії та Цхінвальського району. За даними Центральної виборчої комісії, в Грузії нараховується 3044 виборчі дільниці, ще 67 дільниць працюють за межами країни. В 53 містах 42 країн світу. На зв'язку з нами Хатія Деканоїдзе, членкиня парламенту Грузії, депутатка, голова Національної поліції України в 2015-2016 роках. Пані Хатія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Що там в Грузії у вас відбувається? Розкажіть, як проходять вибори? Та інциденти, там вкидання бюлетенів, сутички. Слухаю. Так, я нахожусь сейчас, вот только что я вышла от, мы вышли от участков, которые реально вот, где побеждает оппозиция, должна сказать. А грузинская оппозиция побеждает, то есть я сейчас нахожусь в Кутаиси, это вы знаете, что большой город, второй большой город после Тбилиси. И, честно говоря, я не думаю, что у грузинской мечты есть какой-то шанс. Но посмотрим, но до вот... Окончание где-то остается полтора часа, да, так что посмотрим. Интенсивность очень большая, то есть где-то уже миллион-полтора человек уже пришли, так что у нас очень большие надежды. Полтора мільйона чоловік прийшли, тобто це десь приблизно половина всього населення Грузії. Ну, пока. Сейчас уже считаем, то есть, ну, где-то 8 часов уже будут экзит-полы, так что посмотрим. А скажите, а как вы знаете, что оппозиция перемагает? Какие-то экзит-полы проводятся? Да, проводятся экзит-полы, то есть мы будем уже результатов знать где-то около 8-8 часов, но посмотрим. У нас очень позитивное настроение, и я думаю, что все будет хорошо. Пока ничего больше не могу сказать. Есть инциденты. Избивали наших людей, выдворяли от участков, то есть, но все нормально, воюем. А, зрозуміло. А що, як медіа зараз висвітлюють вибори і наскільки це впливає на позицію влади, щоб от таких ситуацій з побиттям людей було менше? Ну, вы знаете, да, они просто, у них такая стратегия, что вот выдворяют наших людей, наблюдателей, то есть они избивают людей, но это вообще никакого эффекта не имеет. Так что я думаю, что после 8 часов уже мы будем знать, что оппозиция побеждает Грузию. Вы знаете, что для нас эти выборы очень важны. Это не партийные выборы, это просто выборы против России. І опишіть нам конфігурацію опозиції, якщо ми говоримо про те, що ці вибори проти Росії. А хто входить до опозиції, які політичні сили і що вони декларують? Смотрите, у нас 4 основних коаліції. Тобто це номер 5, єдине національне движення, єдине національний рух, це партія Саакашвілі. Це номер 4, тобто це теж коаліція. Это Strong Georgia, просто по-русски, извините, я сейчас не могу сказать. И это уже партия Гахария, который был премьер-министром Иванишвили там до где-то там 2022, по-моему. Да. Так что я думаю, что вот эти 4 основных партии, они будут бороться за коалиции. А міжнародні спостерігачі, наскільки широко представлені на цих виборах, із яких країн? Є дуже велике кількість міжнародних наблюдателів, тобто і в Кутаїсі, і в Зугдиді, і в Батумі, і в Тбілісі. У нас дуже інтенсивний з ними контакт, зарубіжна преса теж, ви знаєте, що дуже цікаво наблюдає над процесами в Грузії, так що, ну, от, десь півтора часа, і ми все будемо вже знати. А скажіть, щодо партії Саакашвілі, сам Міхаїл Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, він подавав якісь сигнали з в'язниці виборцям? Да, звісно, він тільки що написав, що грузинська опозиція побіждає. Так що,
конечно, мы будем очень... Это для нас очень важно, вы знаете, для его друзей, чтобы он был очень скоро свободным. Так что, ну вот, посмотрим. Я думаю, что все будет хорошо. Грузия побеждает. А риск фальсификации існує, как вы вважаете? А есть, например, там в Марнеуле, в Гардабане, но мы тоже боремся очень сильно, и я думаю, что те участки, которые вот были, вот где было очень большое количество насилия, то есть где выдворяют наших наблюдателей, то есть мы будем подавать в суд. Так что для нас очень важно. Сейчас мы вот только что я разговаривала с сторонниками грузинской мечты. У них я могу сказать, что не очень хорошее настроение. А что они говорят? Ну, ничего не говорят, просто они думают, что вот, то есть, мечта будет побеждать, но я не думаю, они все знают. Вы знаете, люди, которые очень долго уже как бы были сторонниками мечты, они понимают, что это не грузинская мечта, это уже как бы ужас грузинский, который превратился в ужас русский. Так что для нас эти выборы являются геостратегическими выборами, это не выборы как бы партийные. И Грузия очень-очень хорошо это понимает. То есть и эмигранты грузинские, наша диаспора очень активно тоже участвует. Так что вот я не знаю, если вы видели видео в Нью-Йорке, что творится, или в Канаде, что творится, или в Риме, что творится. Там, я не знаю, сотни людей стоят в очереди. Так что я думаю, что я очень позитивно настроена. Вот наш штаб, сейчас мы сидим, передвигаемся по участкам, и я думаю, что все будет хорошо. Вы скоро позвоните и будете как бы очень гордиться грузинским народом. Да, обов'язково це зробимо. Хатя, а в Україні також працюють виборчі дільниці? Я знаю, що не працюють, вони не відкрили участок в Україні. Тобто у нас були большие и серьезные разборки по этому поводу, но, к сожалению, не працуют. Это поясняется военным станом в Украине? Да, они поясняют, что это военный стан. То же самое они хотели сделать в Израиль. Вы знаете, что есть очень большая диаспора, тоже иммигранты грузинские в Израиле. Вы знаете, что они не открыли участки, например, в Соединенных Штатах. То есть у нас там участки только в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, где еще? То есть где-то 5 или 6. А там очень много грузинов, то есть очень много грузинских иммигрантов. Например, там они открыли участок только в Оттаве, в Канаде, а вот остальные люди, которые живут, наши иммигранты, которые живут в остальных городах, например, Торонто или там Калгари, то есть они не открыли. Но они все равно участвуют. Я могу выслать видео, где все очень хорошо видно. Там, я не знаю, в Нью-Йорке стоят там тысячи людей в очереди. Тобто грузини їдуть з інших міст в Нью-Йорк, щоб проголосувати, так? Конечно, для них это очень важно. Вы знаете, почему грузины уехали от Грузии? Почему у нас такая большая волна эмиграции? Потому что просто вот грузинская мечта, как я и сказала, превратилась в вот такую абсолютно русскую мечту, понимаете, наверное. Иванишвили для нас это человек, который заработал очень много денег там в начале 90-х в России. Он является прорусским олигархом, у него очень такие хорошие связи с Путиным. А сейчас вот несколько дней тому назад он вышел, дал большое интервью, где он говорит, что есть такая глобальная партия войны, и у него там открытый такой разнобой с Соединенными Штатами, с нашими партнерами. Так что вот очень четко для нас. Если побеждает оппозиция, то, конечно, мы будем в Евросоюзе. Если не побеждает оппозиция, то Грузия остается на российской орбите. Так что для нас это война как бы очень серьезная. Хатя, а що стосовно передвиборчої агітації? Ми тут в Україні бачили, що діюча в Грузії влада лякала громадян Грузії війною Росії проти України. Та такий, як приклад показували, і лякали тим, що те ж саме може бути в Грузії, так? Зник, здається, у нас зараз сигнал. А ми його... Так, я чую вас. Хатя, я чую. Да, слышно, так. Да? Чуете, да? Так. Да, вы знаете, какая у них была позиция, да, после полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украине, да? То есть вот эта агрессия вот антиукраинская, антиамериканская, антизападная, то есть она очень серьезно вырастает постоянно. Сейчас уже Бенишвили очень четко и открыто говорит, что для него Соединенные Штаты, Евросоюз, Украина, все те люди, которые хотят светлое будущее России, для него они враги.
Так что, ну, для нас это неприемлемо. Для нас, опять-таки же, я повторяю, для грузинов, для моих друзей, для моих соратников, для нас, для всех, для молодежи, эти выборы очень важны. Эти выборы — экзистенциональные выборы. Так что я думаю, что все будет хорошо. Слухайте, а якою є позиція президентки Грузії? Та вона робить заяви чіткая, у неї очень чіткая позиція, у неї очень правильная позиція, я би сказала. Вы знаете, что я была оппонентом, то есть Зурабишвили очень долго, потому что она являлась кандидатом Иванишвили в 2018 году. Но сейчас у нее очень четкая и нормальная позиция, прозападная позиция, и она сейчас в оппозиции у Безины Иванишвили. Для это очень важно, это ее позиция очень важная позиция. Тобто Соломе Зурабишвили вышла с-под впливу Иванишвили, я так разумею. Да, да, конечно, ну, где-то уже полтора года. А скажите, какие первые кроки оппозиции на шляху интеграции Грузии до Европейского Союза? Те, про что вы сказали. Чи має об'єднана грузинская оппозиция певний план, якщо, звісно, здобуде перемогу на выборах? Смотрите, пока у нас один единственный план. Это выиграть выборы. Это очень важно. Мы должны знать, что мечта проиграла. То есть я это знаю, но мы ждем как бы вот результаты, которые придут от ЦИК и придут от экзит-полов тоже. Но очень важно, чтобы мы понимали, после выборов, после коалиции уже побеждает демократия. Так что посмотрим. Послезавтра будут очень важные переговоры. А як ви вважаєте, грузинська мрія визнає поразку, якщо так станеться? Ну, придется. Іванішвілі очень боится. Смотрите, Іванішвілі очень боится, вы знаете, что потерять финансовые ресурсы, да? Он будет под санкциями, то есть я очень надеюсь. И, конечно, его капитал, который является там где-то, я не знаю, 8 или 9 миллиардов, это очень много. Так что он боится, он хочет обезопасить свой финансовый капитал. Так что я думаю, что придется. А скажите, какая экономическая ситуация сейчас в Грузии? Это же имеет прямой вплив на результаты выборов. Ну, смотрите, я вот сейчас нахожусь в Кутаиси, если вы посмотрите на здания, то они абсолютно как бы призраком, то есть призраками превратились. Почему? Потому что очень много грузин уехали за границу. Да, мечта говорит, что экономическая ситуация хорошая, но это неправда, потому что, ну, я не знаю, я просто не вижу людей, которые реально хорошо живут. Так что я думаю, что послезавтра уже мы будем знать общий план оппозиции. А водночас багато росіян приїхали в Грузію та впродовж останніх років. Ми з вами про це говорили в ефірі. Причому далеко не всі з них, ті росіяни, які опинилися в Грузії, засуджують вторгнення Росії в Україну. Ми з вами бачили ці відеокадри, коли грузинські прикордонники буквально здирали ці російські фашистські зетки з автомобілів. А росіян, які їхали в Грузію. Ну, вони просто якби тікали. Ви знаєте, очень много, були очень много граждан Росії, які приїхали в Грузію. Но ви знаєте, зараз яка тенденція? Наприклад, не пускають опозиціонерів російських. Не впускают журналистов, которые против Путина, не впускают, например, я не знаю, оппозиционеров с Белоруссии, потому что они тоже где-то там 11 тысяч белорусов живут в Грузии. Сейчас для них очень важно, чтобы у них были документы, но грузинская мечта, то есть говорит, что документы для них нет. Почему? Потому что они против Путина. Грузинская мечта, мрия, тоже превратился в российскую мечту, так что это очень важно, и мы очень хорошо это понимаем. А ви впливи Росії на ці вибори в Грузії зафіксували? Ні, сьогодні ні, я не думаю. Не сьогодні, есть, а во время всієї тої кампанії? Ви знаєте, да, є таке, але не дуже така велика хвиля. Но самое главное то, что мы фиксируем сейчас, это большая волна грузинов, которые стоят, чтобы проголосовать. В самій Грузії чи за кордоном? Да, і за кордонами в Грузії.
Так. А все ж таки, щодо тих росіян, які опинилися на території Грузії, а цей російський чинник якось впливав на виборчу кампанію? Нет, нет, у них нет. Российский бизнес, российские гроши. Вы знаете, да, конечно, то есть, конечно, есть очень такое, была очень такая большая волна российского бизнеса, регистрация, потому что грузинская мечта, да, то есть это делала грузинская мечта, которая способствовала, чтобы они открывали бизнес. Но, честно говоря, грузины очень хорошо понимают, кто враг. И очень хорошо, то есть понимают, что для нас очень важно, да. Так что я думаю, что вот сейчас вот моя коллега показывает, что активность очень большая в Грузии, очень большая активность. То есть это где-то 1 700 000 человек уже. Так, да. Поки ми з вами розмовляємо, плюс да, 200 да. тисяч. Это, то есть там где-то 5 часов. Но вот сейчас 1 700 000 человек, это уже очень много. Так. Поки ми з вами говорили, плюс 200 тисяч. А це ЦВК повідомляє, так? А, да, конечно, да, офіційні результати, да. А скажіть, Хатія, а спроби підкупу виборців в будь-яких формах зафіксовано? Є дуже багато інцидентів. Но, честно говоря, я не думаю, что на последний результат они будут как бы действовать во благо грузинской мечты. Так, а якою поведінка влади є? Якісь заяви, так, от те, що відбувається зараз під час виборів? Я, чесно говоря, у мене просто даже времени нету, щоб їх послушати, но я їх сьогодні не видела в телевидении. То есть я їх сьогодні не бачила, потому что они очень как бы вот спокойно сидят, и я думаю, что они все понимают уже. Посмотрим. Я просто сейчас очень концентрирована на то, чтобы у нас результаты вот сегодня уже 8 часов были нормальные, чтобы мы защитили наших голосов, наших граждан, которые приехали тоже за границу, чтобы проголосовать. И я думаю, что это самый важный сейчас шаг, который, то есть, очень важна для оппозиции, со стороны оппозиции. А скажіть, в принципі, як влада впливала під час цієї передвиборчої кампанії на, ну, наприклад, на опозицію? Чи були зафіксовані якісь серйозні порушення? Ну, смотрите, ну, Бедзина Иванишвили вышел и сказал очень, очень открыто, что он хочет осудить нас всех. И, честно говоря, я не думаю, что он как бы вот, у него такие скрытые, понимаете, там абсолютно думки. Так что я думаю, что да, он диктатор, человек, который мыслит абсолютно по-другому, чем человек, который вышел из демократии. Так что я думаю, что сейчас очень важно, чтобы грузинский народ победил автократию. Хатя, как грузинская оппозиция збирається захищати результати цих виборів, якщо доведеться це робити? Я вибачаюсь, повторите, пожалуйста. А як грузинська опозиція збирається захистити результати цих виборів, якщо доведеться це робити? Ну, всіми способами. Ми стоїмо там, де ми повинні стояти. У нас дуже багато членів комісії, у нас дуже багато наблюдателів. У нас, я, например, вот целый день, то есть на улице стою с нашими людьми, так что я думаю, что мы готовы. Дякую. И точно скажите, будь ласка, коли будет оголошено результаты цих выборов? Вы сказали, что уже за кілька годин. Не, смотрите, экзит-полы, наверное, уже около 8 часов. Так, да? То есть, да, около 8 часов. А что касается официальных результатов, то есть, ну, посмотрим, где-то уже 10, 11, 12, то есть это зависит от участков. Тобто достатньо оперативно. По суті справи, сьогодні, по ідеї, ми вже маємо знати результати парламентських виборів в Грузії. Ми вже прийду на границі, да. Дякую. І ми всі сподіваємося на те, що Грузія разом з Україною буде активно рухатися в європейському напрямку, а в напрямку приєднання до Європейського Союзу і до Північно-Атлантичного Альянсу. На зв'язку з нами була Хатія Деканоїдзе,
депутатка парламенту Грузії, голова Національної поліції України в 2015-2016 році. Шановні, ви все чули. В принципі, цілком ймовірно, що результати парламентських виборів в Грузії ми дізнаємося вже сьогодні. І ми продовжуємо наш збір на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Це також наша така маленька місія, але вона є важливою. Долучайтеся, підтримуйте, будь ласка. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.